22-е столетие было отмечено как золотой век в истории нашей цивилизации. Человечество давно перешагнуло границы земного притяжения и занималось освоением бескрайних космических просторов. Благодаря современным технологиям изучение Вселенной стало доступно пилотам-одиночкам, представлявшим так называемую группу свободного поиска — ГСП. Максим Камерер был одним из этих бесстрашных исследователей космического пространства. Полный романтических идей в свои 20 лет, он жаждал открыть новую, никому неизвестную цивилизацию. Совершая посадку на необследованной планете, он и не догадывался, какие испытания ждут его впереди. Негостеприимно приняла меня эта планета. Но и пусть. Хорошо бы найти цивилизацию мощную, древнюю, мудрую и человеческую. Что тебе нужно, Максим? Звезда занесена в каталог под названием КР-2021, тип «желтый карлик». Данных о планете нет. Авторемонт активирован. Предположительное время ремонта — 27 часов. Экспресс-лаборатория проводит анализ. Планета земного типа. Сила тяжести 0,94 земной. Атмосфера пригодна для дыхания. Внимание! Высокий уровень загрязнения атмосферы. 5,2 по шкале Беллини. Внимание! Анализ росы демонстрирует повышенное содержание соединений железа и радиоактивных веществ. При нахождении на поверхности планеты необходимо соблюдать меры предосторожности. Максим приоткрыл люк, высунулся и опасливо поглядел в небо. Небо здесь было низкое и какое-то твердое. Воздух был горячий и густой. Пахло пылью, старым железом, раздавленной зеленью, жизнью. Смертью тоже пахло, давней и непонятной. Максим обошел корабль, ведя ладонью по холодному, чуть влажному его боку. Он обнаружил следы ударов там, где и ожидал. Глубокая неприятная вмятина под индикаторным кольцом и зазубрина возле правого зрачка. Метеоритная атака в стратосфере. Вероятность 0,00. Но ведь всякое возможное событие когда-нибудь доосуществляется. Боюсь, мне не перебраться через эту заводь, не замочив ног. А ноги в этой реке мочить не хочется. Яростный жар бил в лицо. И Максим заслонился ладонью и попятился вдоль обрыва. Он пятился, не отрывая слезящихся глаз от этого бессмысленного буйства распоясавшейся энергии. Удивительная история. Такого, кажется, еще не бывало. Что же мне, однако, теперь делать? Хватятся меня, конечно, скоро. Но даже когда хватятся, то вряд ли подумают, что такое возможно. Корабль погиб, а пилот цел. Что же теперь будет? Мама, отец, учитель. Ау, горячо! Я зачерпнул немного воды при помощи осколка иллюминатора.
вылив воду на кусок обшивки, я остудил его. Кажется, теперь я смогу перебраться на другую сторону заводи. Прыгая с камня на камень, я неловко оступился и выронил осколок иллюминатора из рук. Его тут же подхватило течением и унесло прочь. Возможно, эта мина все еще опасна. Надо бы с ней поосторожней. Я поковырял пальцем в замке. Мне удалось открыть замок. Сказочным был этот лес, набитый старым железом. Сказочные существа перекликались в нем почти человеческими голосами. Как в сказке старая заброшенная дорога вела к заколдованному замку. И невидимые злые волшебники старались помешать человеку, попавшему в эту страну. Я попытался перелезть через дерево, не получилось. Думаю, это не очень хорошая идея. Ничего не выходит. Безрезультатно. Два небольших куска провода. В их виде нет ничего необычного. Вокруг предмета чувствуется присутствие сильного энергетического поля.
Сильный удар оставил лишь небольшую вмятину на толстой коре дерева. Возможно, эта мина все еще опасна. Надо бы с ней поосторожней. Ничего не выходит. Безрезультатно. Сосредоточившись, я попытался понять, опасна ли мина. Странно, но никакой угрозы я не почувствовал. Я выкрутил взрыватель из мины. Я привязал обрывки провода к контактам на источнике энергии. Мне удалось подсоединить источник энергии к электрическому взрывателю. Костер встретил его добрым первобытным теплом, приятно растревожившим дремучие инстинкты. Здесь все было просто. Можно было, не здороваясь, присесть на корточки, протянуть руки к огню и молча ждать, пока хозяин также молча подаст горячий кусок и горячую кружку. Хозяина, правда, не было, но над костром висел закопченный котелок с остро пахнущим варевом.